Сюрприз! Прямо сейчас! Наверное, ты уже это и так поняла, но ты мне больше не нужна. Я тут нашел двух маленьких роботов, построенных специально для тестов. Привет, вот момент, когда я вас убиваю. Меня осенило. Я тут висел, качался, собирал стальные пластины и подумал. Да, это смертельно. Но чего-то не хватает. Не хватает острых кусков, приваренных к плоским кускам. Конечно, тут еще не все закончено. Но в итоге я хочу, чтобы они выстреливали огнем. За секунду до того, как тебя раздавят. Но ничего, все в свое время. О, и даже не пробуй отсюда телепортироваться, это невозможно. Правда, я все продумал. Погоди, а мы можем использовать преобразующий гель? А, что? Преобразующий гель. Он капает, он и стоит... Нет, не делай этого! Стой на месте! Ты куда делась? Вернись обратно! Нет, серьезно, ну вернись, пожалуйста. Окей, я решил не убивать тебя, если ты вернешься. Только вспомни, как было раньше, когда мы были друзьями, хорошими старыми друзьями, не врагами. И когда я говорил «вернись», ты говорила «да, не вопрос», возвращалась. Скучаю по тем временам. Не могу не заметить, что ты не возвращаешься. Это печально. О, у меня идея!